праздник, притягивает к себе много-много желающих, кто хочет самовыразиться, потому что здесь мы делаем все, что угодно. Даже открыла голову. На заказ это не похоже, а здесь он может это дело выполнить и выставиться. И третий день Кузнеца знаменателен тем, что мы приглашали официально москвичей. Москвичи-кузнецы, вольная кузница, вот они сейчас куют Дамаск, они большие профессионалы по Дамаску. Они с утра домну сделали, то есть с нуля вообще на ровном месте. Делают крицу, потом железо, и в конце вот вечера должны сделать Дамаск. Это будет салютом из пушки с кузнечной отмечено. Вот. Но неожиданно вот так получилось. Приехали кузнецы из Рязани, даже не предупреждая вообще. Приехали из Санкт-Петербурга профессор, академик Штиглица Владимир Сханевич, золотые руки мастер, вообще привез с собой еще двух кузнецов. И латышский кузнец, он, оказывается, вез 30 килограммов поделок разных. И на таможне все это задержали, к сожалению. То есть он ехал не просто посмотреть, как изначально было сказано, просто в гости. Вот, а хотел поработать и представить свои вещи. То есть люди уже даже без приглашения вот так вот тянутся, говоря. Чему мы несказанно рады.